Нападающий Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии мировой футбольной премии. Трофей учрежден Ассоциацией европейских клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов. Церемония награждения прошла в Дубае. Лучшей командой года стал мадридский Реал, а лучшим тренером его наставник Зинедин Зидан. Лучшей лигой признали испанскую премьеру, а лучшим арбитром немца Феликса Бриха. Спасибо за этот приз. Я хотел бы поблагодарить президента Реал Мадрид за то, что он дал мне возможность тренировать эту команду, эту невероятную команду и всех игроков. И, конечно же, поблагодарить и поздравить всех, потому что без них это было бы невозможно. Для меня это очень особенный момент. Я очень рад получить эту награду. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренера. Это был потрясающий год. Мы выиграли много трофеев, и я лично очень этому рад. Спасибо тем болельщикам, кто голосовал за меня. Спасибо, ребята.